первый летний месяц в школьный лагерь пришли 75 человек, а это 3 отряда. Дети побывали на многих городских мероприятиях. В библиотеках Десногорска, на выставке в музее, на концерте в музыкальной школе, городском центре досуга. Смотрели презентации, участвовали в различных программах. В отрядах проходили интересные конкурсы. Смена прошла весело. На протяжении всего месяца, всей лагерной смены, дети озеленяли березы. У каждого отряда была своя береза. И за каждое хорошее дело, за участие в мероприятиях, за победы в мероприятиях, ребята, мальчишки, девчонки получали листочки, эти листочки наклеивали на свои березы. И сегодня мы видим, что наши березы зазеленели к концу смены. За время отдыха в лагере каждый отряд создавал свой солнечный город, а на закрытии прошла их презентация. Кроме того, практически все дети были награждены грамотами в 32 различных номинациях. Были установлены рекорды по скоростному поеданию завтрака, медленному поеданию обеда, по подвижности, набиранию веса, по самому громкому смеху. Воспитатели и вожатые солнечного города желают детям отлично провести оставшиеся каникулы и отдохнувшими прийти 1 сентября на занятия.